калибровать цель. Молодец, хорошо. А нафига вообще им сдалась эта Арисни? Не знаю, и знать не хочу. Рен, мы не обсуждаем приказы, а выполняем. Стокс, рассказывай. Наш объект Женевьева Аристин, президент корпорации Armachem Technology. По разведданным она прячется в Пентхаусе. Задача – блокировать здание и взять ее под стражу. Вернее, под защиту. И бить, даже если будет сопротивляться. Ваша остановка, парни. Тут чисто! В Пентхаус Аристин ведет отдельный лифт. Но он сейчас заблокирован. Подождите минуту, я разблокирую. А если хотите, идите по лестнице. Нахер, нахер. Черт. Игорь, что там? Черт. Сукин сын. Он теряет кровь. Черт. Я им займусь. Стокс, Беккер, идите вперед. Шеф, броня остановила большинство пуль, но одна прошла насквозь. Какой вид, а? Ну, Беккет, нас теперь двое. Будь начеку, я в тебя верю. Народ, смотрите, в кого целитесь. В Аристид не стрелять. Напоминаю, она нужна нам живой. Иначе премиальных не будет. Приготовиться. Расходы. Нужно подкрепление. Вроде чисто. Молодец, Бэк. Эти гребаные проекты Аристид. Харлан, надо остановиться. Она слишком опасна. Ты хочешь, чтобы я замуровал свою дочь? Ты знал, что будет так? Мы оба знали. Сержант Беккет, где остальная команда? У нас мало времени. Вы и ваша группа — наш единственный шанс остановить Альму. Боже, это она. Упрямый сукин сын, похоже, свел нас всех в могилу. Сержант Бэк, что-то не так? В чем дело?